А ну чё, народ, поехали. Короче, я для себя попробую рискнуть. Куплю сейчас бонуску, блин, банан дебилион. Надеюсь, что она просто навалит хотя бы, ну, x2, не знаю, что-нибудь такое. Честно сказать. Очково, очково. Ну а что делать? В поисках крупного заноса. Либо проёба. Поехали, посмотрим, что она ебает, блин, поехали. Да. Почему-то я думаю, что она точно... То она точно ни хера не поставит. По-любому. По-любому даст два косаря, блядь. Два косаря вангую. Ладно. А нет, что-то есть даже. Что-то есть. Сколько? 5к мало. Ну уже не два косаря, хотя бы. Да, понятно. Да хуйня. В принципе, что и требовалось. Что и требовалось ожидать от бонуса. Короче, алы. Короче, алы. Хотя бы десятку просто верни. 20 спинов. 20 спинов это нормально. Поехали. Прикинь. А, нет, ретригер дал. Нихуя. Интересно, x100, блядь. Короче. Хуйня. Да кого? Кого ты лечишь? Какой косарь 400 крупный выиграешь? Серьезно. Блядь, столько спинов нихуя не ставит. Не, я в принципе на это и надеялся. Чё хотел? Чё хотел? Нахуя вообще дух хрень зашел, я не знаю. Спасибо. Ничего больше не даст. Пиздец, столько спинов. Только спинов икса даже не дал. Да пиздец подстава. Ну! Ну мразь! Ну мразь! Ну дикая мразь! Нахера мне стоп. Ну, икса, где, блядь? Спасибо. Наебал. 4к всего лишь. 4к поставил. Прикинь. 4к. 4к. Да похуй. А, подгрузка. Хуйта. О, хуйня. Да я пошел ты. Ай, заебись. Ой, заебись, полторуля. 3к дал. А, еще одну хули мы добьем уже, блядь. А че? А че? Нахрена нам бабки, правильно? Зачем? Давай. Съедай все. Не надо нам денег. Нам деньги не нужны, нам дай поиграть, пожалуйста. Это важнее, блядь. Ну ты понял, ну ты понял, да? 300 рублей, блядь. Блядь, ну ладно. Ну отмазку я уже тут не поймаю. Ну, в принципе, если попробовать сделать вот так. Так, докинул, короче, десятку сейчас... По нормальной ставке попробую поймать бонуску. Либо отмазка, либо снова замазка. Я не знаю. Одно из двух. Одно из двух. Лучше бы, конечно, бонуску поставил. Ну, типа, 20 всего лишь у меня есть шансов. Пинов. Если бонус поймаете... Нет. Конечно же, наёбка. Ну, давай. Родной мой друг. Братан мой родной от мамы и другой. Что ж ты кислый? Мужик, дай мне бонус лучше. Старик, давай.
Давай бонусячку и все. 7 тысяч у меня осталось. Блять, дай, пожалуйста. Ебать, я бонуску поймал по 500. Ребят, я бонуску поймал по 500. Все, это заебэк. Найди что-то камбэк, блядь. Камбэк. Ух. Ну что-нибудь, пожалуйста, адекватное. По 500, ё-моё. Ебать на мужиках. Ну, по-любому. Либо сейчас дохуя поставит, либо ноль. Ноль на палке. Потому что по-другому не бывает. Но я думаю, что 70 или 80% что нихуя не поставит. Ну, я не знаю, ну не везет пока что. Блять, ну полка идет пока. Хотя бы три мужика поставить, это будет x100, это 50 тысяч. Это заносим. Это заносиком будет считать. Ретриггер ты не дашь. Он вообще вряд ли тут дает ретриггеры. Он не хочет их ставить. Ну все, спасибо. Раз. И иди нахрен, горит. Вот сволочь, а. Он даже двух мужиков не поставил ни разу. Да ладно, добиваем уже, баб. Блядь. Ну, ребят, вы сами видели. Наёбка, да? Наёбка. Еще одна наёбка. Блядь, ну такая хрень. Ну как так? Ну как так, ребят? Ну что это такое? Могло быть. Уебать, еще одна бонуска. Ребят, еще одна бонуска. Нихуя. Пожалуйста, только не мужиков что-нибудь такое. Ну давай десятки, давай вольтов там. Королей, давай. Короля. Вольта, похуй, вольта, давай. Вольтов он может, кстати, поставить. Хотя бы 4 штуки, это будет отмазка. Раз, два и иди нахрен. Да не дашь. Раз, два и все. Раз, два, ну что ты, три, блядь. Ребят, не три, это понятно. Что ли, 6-ка? Раз, два, три. А почему ты четвертого-то не дал, а? Почему? Он зажал. Он зажал. Конкретно зажал. Блядь, ну четвертого валетика. Это всего лишь десятка. Это всего лишь десятка. Блядь, опять три. Заебал. Ретригу ты явно не дашь. Валетика бы хотя бы. Ну, конечно. Раз, два, три, сука, все. Что ты делаешь-то, а? Все, 17к. Ну, в принципе, я даже в плюсах остался. 26к. Я в плюсах остался? Остался. У меня было сколько там? 9 тысяч? 9 тысяч у меня было. И сейчас 26. Ну, будем считать, что это плюса закрыл. Короче, после такого лучше надо остановиться, иначе пиздец будет. Ребят, не играйте в казино, это опасная хрень. Если играете, то, пожалуйста, соблюдайте правила. Не играйте на последние, играйте на свободные, на которые вам действительно не жалко. И помните, что в случае выигрыша какого-либо надо забирать бабосики. Надо забирать бабки. Все, всем добра, удачи, спасибо.